Уже более 1000 жителей Свердловской области из самых дальних труднодоступных районов Севера и Востока воспользовались своим избирательным правом, проголосовав за новый состав Государственной Думы и областного законодательного собрания. Об этом и других нюансах в ходе подготовки выборов доложил сегодня председатель облсберкома Владимир Русинов губернатору Евгению Куйвышеву. Ну, есть разная там статистика, и 100%, и 90%, и 80%, и 27%. Mm-hmm. Ну, то есть люди не живут там, где зарегистрированы. То есть отсутствие избирателей. Русинов сообщил, что сегодня участковые комиссии начали получать бланки избирательных бюллетеней, а также средства, позволяющие соблюсти санитарно-эпидемиологические меры. Мы можем голосовать на дому. Заявление сегодня поступает, и мы придем к каждому избирателю. Средствами индивидуальной защиты Свердловская область обеспечена. Мы закупили соответствующее количество средств индивидуальной защиты. Это маски, перчатки, ручки одноразовые и так далее. Максимально будет голосование безопасным и для избирателей, и для членов комиссии. Ну и, соответственно, вот в виде наблюдения мы выборы проводим открыто, гласно, наблюдатели у нас будут на избирательных участках. Мы полагаем, что и результаты выборов также будут легитимны. Никто не сможет усомниться в их результатах.